Ребята, всем огромный-огромный привет! Мы рады вас приветствовать на нашем канале и в преддверии таких светлых праздников, как Рождество и Новый год, мы хотим вас поздравить. Рождество мы уже празднуем, сегодня у нас первый рождественский праздник, завтра второй по чешским обычаям. Вот. И хотим вас поздравить с наступающим Новым годом. Вот, сегодня мне будет помогать Крис снимать видео и Эрика. Они вот такие вот уже наряженные, такие рождественско-новогодние. Сейчас мы покажем. У Криса даже слюнявчик такой с Сантой. О, не могу отцепить одной рукой. Вот. И вот тут вот тоже написано про Санту. Вот такие вот малыши сегодня очень красивые. Кстати, смотрите, какие у Эрики сережки. Эрика, покажи нам поближе. Вот такие елочки, очень классные, очень красивые. Тебе очень идет, Эрика. Вот такие вот елочки. Так что малыши реально готовы уже ко всем праздникам. Вот елочки. И сейчас я вам покажу наши обновочки. Я просила на канале голосовать за подарки к Новому году. Вот, все проголосовали, конечно же, как я и ожидала, за нового реборна. Кстати, будет скоро совсем видео с новым реборном. У нас наконец-то появится новый малыш. Вот, а так как еще некоторые проголосовали за обновочки, то я вам сейчас покажу. Я заказала обновочки, они успели, слава богу, дойти, потому что почта и все службы, которые посылки сейчас перевозят, очень наполнены, и мы очень боялись, что не успеет дойти все. Но, слава богу, на последних днях, в последние дни все дошло. Так что сейчас вам буду показывать. Итак, смотрите, я говорила, что, жаловалась точнее, что у Криса очень маленький размер. У него реально 46 размер. Посмотрите, какую красоту мне удалось найти, заказать. И Крис у нас будет очень модным парнем. Вот такой вот полу... Как это назвать? Я даже... ползуночки это, да, наверное, ползуночки. И бодик вот такой вот с бегемотиками. Очень красивый, очень такой вот нежный. Вот наборчик. Очень мне понравился. Это 46 размер. Дальше, смотрите, очень-очень мне понравился. Вот такой бодик, он просто серенький. И посмотрите, какие к нему ползуночки. Обалденные вообще, посмотрите, какие классные, с мордочками ножки. И вот такой вот, он тепленький, очень красивый, это тоже 46 размер. Это все будет как раз на Криса, я очень рада, потому что на него реально найти очень тяжело одежду, тем более красивую какую-то классную. Вот очень красивый, мне очень понравилось. Эти ножки, это прям класс. Сейчас что-нибудь померяем обязательно из этого. И третий костюмчик, смотрите, вот такой боди, вот такая кофточка и тоже ползуночки к нему и со слоненком. Слоненок мама и слоненок малыш здесь тоже очень красивые, серенькие, не знаю, мне очень нравится такое оно, как праздничное, светленькое. И это тоже 46 размер. Это все разные марки одежды, но 46 размер, поэтому я хочу очень померить что-то, чтобы знать, что точно все подошло. Но вот по виду как раз все будет по размеру. Серьезно, мне кажется, подойдет. Сейчас померяем. И еще, смотрите, какая прелесть. Смотрите, шапочка с пандами и вот такие царапушки, потому что у нас у Криса ничего как раз не было. У меня есть шапочка с царапушками для Амалии, а для Криса ничего не было. Вот у него теперь будут вот такие вот пандочки. Просто очень красивые и как раз по размеру. Шапочка как раз я мерила. И
И еще у нас тоже пополнение: шапочка и царапушки беленькие. Это ко всему подойдет, к любому комплекту, поэтому я очень тоже рада. И царапушки как раз очень маленькие. Гордик, ну куда вот ты вылез? Очень маленькие царапушки, тебя не видно. Гордик пришел помогать. Садись. Вот так. Так, садись. Так что очень мы рады, что мы купили. Тебя не видно, подожди. Вот так, скажи привет-привет всем. Привет-привет, ты не расчесанный. Надо сделать гумечку. Гордик. После распаковки подарков очень-очень в хорошем настроении. Да, Гордик? Подарки уже распаковали? Да, в этом году мы празднуем уже по чешским правилам. Да, Рождество? С 24 на 26 у нас 3 дня празднования. И смотрите, ребята, какую еще красоту мне удалось найти. Посмотрите, какие тапотульки. Тапотульки я заказала девочкам. Это будет и Эрике, и Амалии. Смотрите, с такими зайчиками. Очень удобно. Открываются с двух сторон. И можно сильно залепить или чуть-чуть меньше. Будет хорошо очень держаться на ножке. Потом с лисичками. Вот такие вот рыжие с лисичками. Видите, лисичка там. О, такая лисичка. Тоже очень классная, очень красивая. Мне очень нравятся. И вообще улетные. Это самые мне пока не нравятся из всех. Смотрите, какие с Микки. Розовые с Микки. Такие Микки с бантиком. Вообще очень красивые такие. Вообще очень красивые, но серьезно, и блестящие, и Микки есть, и бантик есть, такие девчачьи, очень красивые. Мне они очень нравятся. И помните, я все жаловалась, что у нас нету тепленьких ботиночков на Эрику. Вот, я их наконец-то нашла. Смотрите, и они по цвету как раз подходят к курточке, к шапочке. Они такие очень нежно-розового цвета, тепленькие, смотрите, внутри. Вот они такие вот тепленькие полностью. Вот. И они очень будут классно смотреться вообще с шапочкой, с курточкой. Прям они будут как набор смотреться. Класс. Я очень рада, что мне их удалось найти вообще. И очень мне нравится. Сейчас с вами что-нибудь померяем. Это моя девочка. Давай померяем один из этих Микки Маусов. Они мне так нравятся вообще. Вот так, очень нравятся, они такие крутые, вообще на ножке будут очень замечательно смотреться. Вот так, и они как раз по размеру все подходят, они маленькие, и как раз нам все подойдет. Крис, а ты, наверное, немного завидуешь, но у тебя ботиночки есть, и теплые, и не теплые, поэтому тебе не нужно завидовать. Вот посмотрите, как классно. Посмотрите, как оно смотрится вообще на ножке. Вообще удивительно просто. Мне очень нравится. Очень красивые. Серьезно, и сбоку, и спереди. Очень вот такие вот они маленькие. Как раз на ножке. Чуть-чуть они большеватые. Чуть-чуть. Вообще, ну, незначительно. Да? Эрика, будешь красоткой. Теперь я хоть не буду бояться, что она замерзнет. Ножки у нее замерзнут на улице, на прогулке. Вот сегодня мы вам решили показать обновочки. Такие обновочки, очень красивые, очень классные. Сейчас я еще Криса переодену в костюмчик в какой-то, покажу вам, как это все-таки выглядит на Крисе. Вот, и мне кажется, очень даже нам все подойдет. Надеюсь, сейчас посмотрим. Эрика сидит довольная с обновочек, да? Сейчас скажи, Крис будет красавчик. Сейчас мы оденем желтенький наш этот костюмчик, серо-желтенький. Будешь тоже красавчик. Очень удобно открывается со всех сторон. И маленький. Я вижу уже, что он маленький. Скорее всего, он нам очень подойдет по размеру. Все-таки Крис у нас небольшой малыш.
И я хочу, чтобы ручки особенно сидели, чтобы не были длинные. Я не люблю, когда у деток вот эти рукава длиннющие. И горлышко хочу тоже, чтобы было закрыто. Вот, смотрите, оно как раз сидит и на горлышке хорошо. Сейчас я застегну. Вот, горлышко прикрыто и ручки, рукава как раз. Как раз. Попка у нас не маленькая, да, Крис? Ну, скажи, не худенький. Но, наверное, все-таки больше. Хотя 48-й, мне кажется, тоже ему подойдет размер. Ну вот, сейчас оденем эти ползунки. И вот, мне кажется, как раз они будут хорошо, нигде не будут висеть. Давай, Крис, попробуем, чтобы ножки не висели. Мне тоже не нравится, потому что приходится одевать носочки. А сюда носочки не хочу одевать, потому что тут очень красивые эти мордочки на ножках. И хочется просто одеть, и чтобы было. Да, попка у нас, я вам скажу, не худенькая. Крис хорошо кушает. Крис, давай, давай. Вот, но он будет, наверное, да, он будет как раз на Криса. Класс, обалдеть, я вообще довольна. Смотрите, как он выглядит на Крисе. Как раз для Криса, да, Крис? Подожди, чуть-чуть тебе еще под... Правлю, там еще памперс у нас. Вот, видите? А ножки, вот как я и говорила, отлично сидят. Видите, видно? Вот такой наш малыш Крис. Крис, посмотри. Вот так, садись. Вот так ты будешь в обновочках у нас. Вот такой малыш Крис в обновках. Так что все-таки у нас 46-й размер, наверное, на Криса подходит. Но 48-й я тоже... Говорила, что, скорее всего, подойдет. Кстати, вот этот вот новогодний у нас... Ага, новогодний у нас до 3,5 килограмм. Костюмчик вот написано до 3,5. И штаны, да, и боди. Это вот наборчиком было до 3,5 килограмм. Ну, так и есть, но Крис весит 2,5. Вот. Просто немножко у нас попа. Если, допустим, без памперса одевать, так будет вообще очень хорошо смотреться. А больше не хочу, потому что будет висеть. Видите, вот ручки как раз. Ручки просто вот как раз его размер. Как раз. Так что, вот такие малыши у нас будут красивые-красивые в новом году. С обновочками. Да? Эрика вообще класс. Не знаю, те ботиночки обязательно вам покажу. Кстати, мы совсем скоро будем снимать прогулку. Мы пойдем в Прагу, пойдем с коляской Stocky Explore. Давно мы с ней не гуляли. Вот, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, обязательно оставайтесь с нами. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео. А совсем скоро на канале будет новый Reborn распаковка и будет прогулка с Эрикой. Так что... Будем очень вам рады. И будем рады новым друзьям и нашим подписчикам. А на сегодня пока-пока, малыши, скажите им пока-пока, спасибо за просмотр. Пока-пока, спасибо за ваши лайки. Мы вас очень любим. До скорых встреч. Пока-пока.